что потом, ей так потом будет музыка, может, ты не будешь жестикулировать, блядь, своими руками, блядь, длинными пальцами. Вы понимаете, это ваш блог, блядь. Да, тут обязательно надо говорить, а Маше еще, помимо того, что не надо говорить, и надо жестикулировать, блядь. Вот так вот. Я очень эмоциональная. Эмоциональная. Итак, дорогие дамы и господа, что мы имеем? Ну что там? Мы большие ножи. Ладно. Ой. Смотрите. Мы сейчас сели в авто... А, я, кстати, сломала ноготь. В автобус, говорит, мы сели. В автобус. Поезд. Итак, в какой город мы едем, Таня? Гуандун. В общем, не важно. Попозже скажу. Напишу, что за город. С этого дня я хочу попробовать вести блог. Вы очень много лет меня об этом просили. Да, Таня в шоке, она только что об этом узнала, а я только что об этом подумала. И это будет первое видео. Ребят, не надо. Просто не надо. Это человек, блядь, на каждом шагу себя фотографирует, это делает. Что, блядь, без телефона жить я не может. Я люблю, наоборот, фотографировать пейзажи. А это разные вещи. Я и пейзаж. Пиздёж. Так ладно, первый видосик есть. Дальше будет очень много интересно. И дальше должен быть красивый трейлер. Потому что ей так вот... Там будет музыка. Сам, а вот наша гостиница. What? What the hell? Это аккуратно. Цветы, ёлочки. Так, давай. Сейчас. И. Давай, мы с лицом сегодня беда. Должна сделать вот так, смотрите. Ничем не пахнет. Так, ребят, мы прилетели в какой город? Синан. Я просто с красным лицом. А вот наша гостиница. Сейчас мы будем проходить регистрацию. И позже я вам покажу номера. Это Елена. Мне кажется, она уже с ума с нами сошла, бедненькая. Тебя. Ой, я чуть не упала. Итак, мы покажем вам. Смотрите, какие у меня модный чемоданчик, наклеечки. Божественные. Ой, сама Татьяна. О май гаргл. What? What? What the hell? Это аккуратно. Цветочки. Так, давай. Сейчас. И заезжаем, паркуемся. Заехали. Приехали. Идем медленно. Медленно. Не спеша. Кстати, съемку ведется, видали? Смотрите. О. Да. А почему так много народу? И что, ребят, мы зашли в отель, нам ой. Очень. Ой, подожди, стой. Вроде вчера мы вот. Хотя ты не уложилась, а я. О май гад. В общем, зашли мы в отель. Отель просто божественный. Сейчас я вам его покажу. Погнали. Идем, я покажу. Идем вам. За Таней. Идем. Этот прекрасный отель 5 звезд. Смотри. В городе Синьмэна. Ты должна туда руку опустить по традиции. Можно, кстати, хлебнуть. Смотрите, он течет. И отбалакивает. Здесь у нас. Что здесь у нас? Перекусочная. Очень, кстати, красивые. Очень красивые тарелки, посмотрите. Очень смотри. Красивые. Тань, очень давай китайские. Экскурсию. Скорее всего, это не тарелочки, это дерево. Вот цена. Сейчас. Ой. Это вот. Цены, Маш. Говорю, цена, да. А, я думаю, это вы, да. Так, с телефонами. Здесь у нас вот такая вот инсталляция. Поверните налево. Тут еще лучше. Вот это, кстати, очень красиво. А встань в ракурс сюда поближе, очень красиво смотришься. Дальше мы идем дальше. Давайте, дальше. Пошли. Идем. Здесь растет вот такое вот интересное дерево. Смотрите, корни прям туда-сюда делаются. Корни туда-сюда. Дальше все. Все. Так, туда дальше. Ау. Ау. Тань,
кувшин потрогай. Кувшин. Очень красивый. Дебилы сейчас подумают, господи. Пойдем дальше. Ты можешь туда сесть? Сядь. Да, блядь, Маша. Блядь, мне придется потом... Не ругаемся, у нас приличный блог. Мне потом придется за этот кувшин, знаешь, свой кувшин. Пойдем тогда дальше посмотрим. Так, идем дальше. А, я должна вести. Да, давай, иди. Веди. Идем. Так, Татьяна, давай дальше. Это ресепшн. Дальше. Здесь вот такая прекрасная, большая, уютная столовая. На 200 человек, а может быть даже и на 300. Дальше. Я уверена, что здесь прекрасный шведский стол. А вы обратите внимание налево, посмотрите. Посмотрите вот на эту прекрасную инсталляцию. Сакура. Вот тут вот такие вот клеточки. Это Танин дом. Танин номер. Не будем обращать внимание на тупых людей. Не буду показывать пальцем. А это вино 25-летней выдержки. Прекрасный аромат. Красное сухое. А может быть и полусухое. Но мы это испробуем позже. Ну а дальше опять божественный переход. Делаем вот так вот. Нет, рано. Мы делаем сейчас. И божественный ход. Божественный ход. Будет красивый номер. Давай, Тань. И говори, поехали. Один, поехали. Подождать. Итак, мы зашли в лифт. У нас 14 этаж. 14? Да. А, карту надо? Выгляжу как груша, блин, толстая. У нас первый блинкомом у нас. Да, я забываю все время, что тут все по карточкам. Он 14-й. Буковка П. КП. П. Где П? Вниз с ногами. Вверх ногами. Вниз с ногами. Что вообще говорю? Я уже почти год с ней живу. А, это 14-й. Сейчас я выходим. Си-си. И оба. А, так, поехали. Куда нам? У нас 14:29. Ага. Ну, сегодня мы живем налево. Как-то это двояко звучит, да? И наша комната, да. Теперь не сломала. Господи, как она валится. Так. Там ванна. Вот там туалет. Да, сейчас. Божественно! Божественный ход. Угу. Ну все, мы расселились, добрались до столовой покушать. Таня клянчит соус. А что ты клянчишь? Суп там какой-то? А я не знаю, что там за суп? Ладно, я, наверное, бульон поем. Я как истинная дева... Господи, ребят, у меня с лицом сегодня беда. Должна сделать вот так, смотрите. Ничем не пахнет. Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке на встречу не пытается народ. Уволена.